Залог почти в 500 000 гривен или арест на 2 месяца. Во Львове Галицкий райсуд избрал меру пресечения Юрию Грибану, директору компании, которая занималась вывозом мусора из города. Подозревают, что он пытался присвоить 9 000 000 бюджетных гривен. Грибан подписывал договоры с фирмами из Днепра и Киева, которые якобы соглашались принять на своих полигонах отходы из Львова. Но, как выяснили в прокуратуре, предприятия были фиктивные, а подчиненные Грибана вывозили мусор из города и сбрасывали его на обочинах дорог и в лесопосадках. Подозреваемый успел разбогатеть на 600 000 гривен, а мог и на все 9 000 000. Однак, в связи с тем, что правоохранительными органами было припинено деятельность данной особи, соответственно, они физически не были перераховані на рахунки предприятия, которое очолює підозрюваний. Никаких коштів я не отримав ні від кого. Ні 600 000, ні 9 000 000. 600 000 – це власні кошти підприємства, які були перераховані товариству, з яким я обладнував договір на здійснення послуг сортування та утилізації відходів.